и проходил по городам и селениям, и учил на пути в Иерусалим. Народ собирался повсюду, чтобы послушать учителя. Он воистину пророк! О, Господи, спаси меня! Спаси! Господь мой наставник, спаси меня! Слава Господу! Укажи нам истинный путь, Господи! Иисус вошел в Иерихон. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Он влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Слезай, Закхей! Сегодня надобно мне быть у тебя. У меня? Кто захочет войти в его дом? Откуда Закхей знает Иисуса? Слушайте, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, то воздам им вчетверо. Я не верю глазам своим. Мытарь, раздающий обратно собранное им. Невероятно! Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он есть сын Авраама. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.